Всем привет, с вами Лина Голуб, и это мой влог. Сегодня 8 марта, и мы едем в сафари-парк, потому что там бесплатные билеты для всех женщин. Поэтому вы будете со мной, поехали! Да, возле сафари-парка было очень много людей и машин. Даже образовалась небольшая пробка. Все спешили в сафари-парк. На белых медведей я их буду увижу в первый раз, потому что когда мы последний раз были, там их не было. Мам, ты... Сафари-парк разделен на две части. Первая часть – зоопарк. Даже зоопарком не назовешь. Сафари-парк собирает со всего мира больных и измученных зверей, например, из цирка, лечит их и ухаживает за ними. Вторая часть – это канатная дорога, которая приведет вас на горы с необычайно красивым видом. Туда мы и направились. Мы стоим в очереди на канатную дорогу. Стояли мы в очереди больше 3 часов, и знаете, это не очень круто. За это время я посмотрела, как сажают людей на канатную дорогу, ведь мне в скором это пригодится. Наконец-то сели! Мы наконец-то сели. Сколько мы стояли? 64. Мы 4 часа стояли в очереди, и мы наконец-то едем. Блин, так медленно. Ура! метров над уровнем моря. Высота пирамиды Хеопса. Это что, в Египте, по которой? И там наверху мне очень нравится. Мы почти приехали кверху. Вот с деревьями не очень хорошо все видно, но там есть в здании смотровая площадка. И там еще какие-то террариумы еще есть. Голову засовывай туда. Почему? Мы сидим, кушаем. И уже почти покушали. Здесь вот тоже сидят, кушают. Мы пришли на смотровую площадку. И тут вообще очень красиво.
здесь очень красиво. Людей не так много здесь. Это самый главный вид на море. Вот такая не очень большая очередь там. И она быстро двигается, потому что здесь никто влезть вначале не сможет. После мы отправились в террариум. Затем поехали вниз. Короче, если вы будете в Геленджике, обязательно заходите в сафари-парк. Своих денег не пожалеете. Кстати, сейчас начнутся зверюшки. Видите, вот забор. И тут они прям на горе. Так трясет, прям вообще не очень груды. Нет, тут просто красивый вид, можно пофоткать. А когда едете в ту сторону, то можно себя пофоткать на фоне вот этого. Потом мы пошли в медвежью пещеру. Естественно, не настоящую. Там безумно круто. Есть небольшой музей с камушками и фотографиями подводных пещер. После мы побывали в морском музее. Ну а потом мы поехали домой и заехали в магазин за, конечно же, хлопьями. Идеальный конец дня, хлопья, сериал и плетик. Я заканчиваю именно на этом влог, потому что дальше ничего интересного не будет. Я буду валяться, смотреть видео и кушать хлопья. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Смотрите мои истории. Если вам нравятся мои влоги и проводить день со мной, то обязательно ставьте палец вверх и пишите об этом в комментариях. Если ты еще не подписан, то обязательно подпишись на мой канал. Я всех очень люблю, всем пока-пока, с вами была Лина Голуб, до новых встреч.